нам сегодня Рабиновичи в гости приходят, так что ты столовое серебро не доставай. А что, могут украсть? Да не, могут узнать. В главе Торы Трума Всевышний дает еврейскому народу повеление, чтобы они построили ему святилище. Мишкан, переносное святилище, с которым евреи странствовали по пустыне, стал, так сказать, прообразом будущего Иерусалимского храма. Кроме того, храм – это понятие универсальное, существующее и на индивидуальном уровне, выражающее основные идеи нашей миссии в этом мире. Строение, само строение этого святилища состояло из вертикальных кедровых балок высотой в 10 локтей, которые устанавливались в серебряные подножия и скреплялись между собой сверху серебряными ободи. То есть основные строительные брусья были деревянными, и только скрепляющие их между собой звенья и подножия, в которых они стояли на земле, это было из чистого серебра. Понятно, что это объясняется не соображениями рачительности и экономии, хотя речь идет о еврейском храме. Понятно также, что увеличение веса в случае выбора серебра в качестве строительного материала было бы проблемой реальной, но технически решаемой. И даже если бы это было важнейшим резоном, все равно сущностной источник предпочтения простой древесины драгоценному серебру лежит в сфере духовной. И одна из идей, которая символизирует эту особенность, это строительная особенность, конструкционная особенность храма, заключается в следующем. 10 локтей высоты храмовых балок соответствует 10 уровням нашей души. Мы, так сказать, родовые посланники Творца в этом мире, может быть, несовершенны, как деревянные брусья, да мы почти всегда несовершенны, но наша связь с этим миром вообще, что символизируют серебряные подножия, которые стояли на земле, и, в частности, связь между собой, символизируемая серебряными ободьями, эта связь должна отвечать самым высоким стандартам. И вот в этом, чтобы внешне держать, так сказать, фасон, нет никакого лицемерия. Личное несовершенство человека должно оставаться его внутренней проблемой, предметом работы над собой, и не должно проявляться в его отношениях с окружающим миром и другими людьми. Эта связь должна быть из чистейшего серебра. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.